хочу рассказать вам, что происходит в июле. Может быть, кто-то из вас не знал, что сейчас происходит. Сейчас узнаете. Я нашел тут вот такую скульптуру. И решил на фоне этой скульптуры как раз вам рассказать о том, что сейчас происходит. В июле происходит тотальная перезагрузка мировой матрицы. Это означает смену магнитного поля, смену законов причины и следствия, перестройку на уровне тела. Как это может ощущаться? Изменение реакции в теле, вкусовых пристрастий, режима, нарушение сна или наоборот, внезапной нормализации сна, перепадов настроения, скачков активности и наплывов усталости. Любые изменения в теле без причины. Внезапные турбулентности в какой-то из сфер жизни, когда пространство буквально ставит перед необходимостью начать жить иначе, делать новые выборы, прощаться с людьми, менять карьеру или другие обстоятельства жизни. Ощущение потерянности, потери ориентиров, отсутствие планов на будущее, то есть практически принудительное возвращение в момент здесь и сейчас. Вариант для тех, кто прошел свои необходимые уроки и проделал много работы заранее. Внезапная нормализация всех сфер жизни, спокойствие, тотальное доверие процессу, отсутствие спешки и тревоги, полное понимание себя и своего пути, замедление, расширение в финансах и отношениях. На каком бы этапе вы ни находились сейчас, помните, что все и всегда происходит для вашего роста. Впереди самое лучшее. То, для чего многие из вас воплотились в этот раз. Мир, ради которого вы пришли, выстраивается прямо сейчас. Дайте себе заботу, принятие и внимание. Любая перестройка – стресс для организма. Найдите как можно больше возможностей позаботиться о себе. Вы справитесь с этим. В конце пути вы обнаружите, что это все того стоило. Вы, блядь, просто охуеете. Здесь так не написано, но простите, я не удержался. В конце пути вы обнаружите, что это все того стоило. Впереди вас ждут удивительные дни. Если вы думали, что важная информация была в начале видео, то вы правы, она была в начале видео. Но сейчас будет еще одна важная информация. Дело в том, что пару часов назад я сидел на вон той лавочке, по-моему, на вон той или на вон той, неважно, и ел московский батончик. И во время поедания московского батончика незаметно для себя кусочек шоколада оказался на моей груди. Это шоколад, это не какашка. Я обнаружил его буквально полчаса назад, возвращаясь с того места, где я был. И подумал, вдруг это пятнышко попало на видео. Нужно тогда рассказать о причине появления этого пятнышка. Дело в том, что мороженое московский батончик, кусочек московского батончика попал на мое сердце. И сегодня несколько часов вечером кусочек маленький московского батончика находился на моем сердце. Считаю, что это очень важная информация. И на обратном пути, проходя мимо часовни, я решил съесть еще один московский батончик. Очень вкусный. И вот, да, видимо, вот таким вот образом как раз кусочек шоколадки отломился и попал прямо мне в сердце.
Ну ладно, не в сердце, а на грудь, рядом с сердцем. Обычно так никогда не делаю. Я так сделал первый раз. Не знаю, зачем я это сделал. Ну просто он реально очень вкусный, этот батончик. Ладно, не буду вас утомлять поеданием всего батончика. Но он уже растаял. Московский батончик уже он конкретно растаял. Очень быстро тает. Осталось дождаться, когда растает лед. Наверное, со дня на день, а то и с минуты на минуту он тоже должен растаять, этот лед. Как только Not Afraid. Наверное, я еще тогда Not Afraid спою сейчас возле оперного, чтобы он точно растаял. Сейчас только дай московский батончик. I'm not afraid to take a stand. Everybody, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather. Call the warm, just let me know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. You can try and read my lyrics off of this paper before lame, but you want to stink out this force before. You can try and read my lyrics off of this paper before lame, but you won't take the stink out this force before same. Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If you think it's stopping me, I'ma be what I'll set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me and tearing down your balcony. Now if Sanso Botson tried to ask him why, how can he? From infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether his own salary paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game like a fucker for Christmas. His gift is a curse, forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand. Everybody, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Just let you know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. Okay, quit playing with the scissors and shit and cut the crap. I shouldn't have to rhyme this verse in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting drowned and getting cabin through the fence, I'll never let you down and get him back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, that last relapse, it was perhaps a random accent into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get black, kick like bow. Cause I ain't playing around, there's a game called Circle and I don't know how. I'm way too up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exorcise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks now. I'm not afraid to take a stand. Everybody, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather. Call the warm, just let you know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. And I just can't keep living this way.
So starting today, I'm breaking out of this cage. I'm standing up, I'ma face my demons. I'm manning up, I'ma hold my ground. I've had enough, and I'm so fed up. Time to put my life back together right now. It was my decision to get clean. I did it for me, admittedly. I probably did it subliminally for you, so it could come back a brand new me. Hope to see me through. I don't even realize what you did, cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger. I think I got a tear in my eye. I feel like the king of my world. Haters can make like bees. There's no stingers and drop bad. No more beef stingers, no more drama from now on. I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father. So a son on this world will always treat this roof like my daughters and raise it. You couldn't lift a single shingle on it, cause the way I feel, I'm strong enough to go to club or the corner pop. And if the whole league will counter up, cause I'm raising the bar, I'd shoot for the moon, but I'm too busy gazing at stars. I feel amazing and I'm not afraid to take a stand. Everybody, come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, just letting you know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. I'm not afraid. And what about you? Maybe you need more love, more energy to melt your fears, to destroy it, all your сомнения. Не знаю, как бы по-английски забыл. Точнее, знаю, но забыл. Короче, чтобы дать тебе энергии, любви, растопить, растворить все твои страхи и сомнения. Энергия оперного театра. Самого большого театра России. Сейчас заряжает меня. Еще немножко мне нужно и зарядиться. И теперь вся эта энергия, вся эта любовь отправлена тебе. Чтобы ты не боялась, чтобы твои страхи растворились. Потому что остается всего лишь 9 дней. Завтра будет всего лишь 8 дней. Надо научиться вовремя заканчивать видео и красиво ставить в них точку. Я не хочу это говорить каждый раз в каждом этом видео, потому что я хочу это говорить, глядя в глаза. Поэтому в конце этого видео просто скажу: пока. Я надеюсь, твои страхи растворятся. Не сегодня, так рано или поздно. Ты не будешь бояться, будешь верить. И будешь самой счастливой в мире. Это того стоило. То, что мы получим уже скоро, это стоило того, чтобы жить, чтобы родиться и жить, и прожить самую сильную любовь в истории человечества. Вечно. Вот, я, кажется, научился ставить точку, и я ее ставлю.